Всем привет! Сегодня мы будем с уточками проводить целый день. И со мной еще подруга. Сейчас я пойду к уточкам. Нам пришла вот такая посылка с анкетой. Там надо будет заполнить анкету, чтобы моя Hello Kitty пошла в школу. Садик. То есть в садик. Так, давайте распакуем. Тут это мешочек для смены обуви в садик. А это анкета. Подожди, тут. Вот так она нарисована. Анкета. Сейчас мы заполним вот таким вот карандашиком. Ну, он это много. Имя начала. Имя. Милка. Милка. Ее зовут Милка. Угу. Да. Может, лучше ручками, просто плохо видно. Мы лучше ручкой напишем. Да. Милка. Теперь я напишу фамилию. Давай. Это моя... Это... У меня фамилия Кискова. Дата рождения 8 марта 2018 нет. года. 8 марта 12. Блин. 12 марта? Да. Вот. Дата рождения вот на такое. Давай. Ой, это 1000, ладно. Вот так. Нет. Давай зачеркну. У нее белый цвет. Давай. Ей лет 4. 4 годика. У нее любимый цвет. Светло-розовый, ну, мы просто... Ой, голубой, то есть. Голубой, вот тут, видите. Так, сокращен. У нее голубой вот этот. Любимый цвет. Все, идем отправлять. Да. Милка, тебе понравилось это для сменки? Такая сумочка. Да, очень понравилось. Мы уже заполнили анкету, теперь ее... отправим обратно в садик. И послезавтра наша Милка пойдет в садик. Наша уточка-малышка, ее зовут Рози, она сейчас спит. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Еще увидимся.